Накануне загорелся дом на Чайковского. Соседи заметили, как из окон напротив повалил дым и вызвали МЧС. Быстренько оббежали вокруг дома, посмотрели, перелезли через калитку, постучали в окна. Отовсюду идет дым. Попробовали открыть двери, двери заперты изнутри. Огнеборцы избавились от препятствий в два счета. Спасатели забежали в полыхающую постройку, в одной из комнат наткнулись на тело мужчины. Признаков жизни не было. Пламя также превратило в пепел все имущество. Причина данного пожара устанавливается, однако одна из наиболее вероятных версий является неосторожное обращение с огнем при курении. Стены в уничтоженном жилище не успели остыть. Неподалеку вновь вспыхнул пожар. Закоротила проводка. Температура в комнате поднялась до небес. По словам свидетелей, окна взорвались и ливнем высыпались на землю. В стене остались только рамы. Огонь уничтожил чердак, крышу, комнаты внутри дома. Двор напоминает зону боевых действий. Спасатели оперативно приняли к действию к поиску пострадавшего. Однако, ввиду позднего обнаружения данного пожара, живым хозяина найти не удалось. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.